Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Последний день на земле». Много подписчиков просили, чтобы я сыграл вот эту замечательную игру. Иду, друзья, вам навстречу. К сожалению, несколько серий последних я снимал. У меня были сбои, друзья, я их не мог сохранить. Но, тем не менее, первую и вторую серию вы можете увидеть на канале. Итак, друзья, я уже собрал все вот ингредиенты, чтобы построить мотоцикл. Но, к сожалению, вернулся к своему дому, и мне оказались разрушенные стены. Ну что же, давайте-ка я попробую создать мотоцикл. Вот в прошлом видео я уже, к сожалению, оно не сохранилось. Создал доски, и сейчас я, друзья, попробую создать мотоцикл и вот с нашим героем уже поездить. Итак, все ингредиенты, друзья, у меня есть, только нужно взять слитки, болты и доску. Я попробую, друзья, сейчас его создать. Итак, давайте-ка я подойду к ящику. Итак, мне нужны слитки, вот они есть, мне нужны болты, они есть, и сейчас что-то сброшу. Друзья, вот не знаю, что вот этот какой-то слиток я нашел в прошлой части. Не знаю, что это такое. И еще что-то ненужное сброшу. Давайте-ка я проволоку сброшу вот так. Возьмем доски и попробуем создать вот этот мотоцикл. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка я попробую это сделать. Но сначала из станка я попробую забрать вот эти доски. Да, вот, удалось. Ну что же, вперед. Посмотрим, что удастся ли мне создать этот забавный мотоцикл. Вот он. Итак, создать чоппер. И как это все будет выглядеть? Очень интересно. И где же мой чоппер? Я его создал. А как же я буду на нем кататься? Вот не совсем я понял, как это все работает. Итак, я его создал. А где же я могу, друзья, как я на нем буду кататься? Не совсем понял. Итак, чоппер создан. Вот, возможно, он между локациями только, друзья, будет вот помогать. Или где ему его мне найти? А ну-ка, друзья, сейчас посмотрю. Итак, транспорт. Не то. Экипировка. Ага, это покупать, скорее всего, друзья. Вот, а ну-ка, вот возьму я здесь мебель. Вот, есть мотоцикл. И что же? А ну-ка, друзья, кажется, я вот сообразил, как мне нужно вот сделать. А ну-ка, вот, отлично, и нажимаю галочку, и должно это все сработать. И почему-то как-то это странно все вот срабатывает. Возможно, мотоцикл должен быть в доме. А ну-ка, друзья, еще раз. Его, наверное, еще нужно, друзья, собирать. Не совсем понял, что происходит. Вот. А ну-ка. Вот так как-то. Вот. Не пойму, честно говоря, в чем дело, друзья. Ага, разместите на полу из досок. Все понятно, друзья. Ну что же, прежде чем вот создать мотоцикл, оказывается, нужно еще вот сделать множество вот таких вот прикольных вещей. Ну что же, давайте-ка создадим деревянный пол. Вот так. Давайте-ка я создам деревянный пол. Кстати, ага, мне же нужно, друзья, дерево. Мне нужно дерево. Итак, давайте-ка перейдем к сундуку. Вот, возьму дерево. Вот, нужно будет что-то сбросить. Кстати, а где мое дерево? Ага, дерева, друзья, нету. У меня не хватало места, поэтому дерево я сбросил. Вот есть машинка, я ее использую как сейф с материалами. Давайте-ка мы к ней побежим. Не в той стороне. Ага, вот сюда, значит, нужно пробежаться. Вот, кто-то из подписчиков еще раньше мне посоветовал, что мы можем использовать вот это хранилище как источник всевозможных вещей. Ага, вот, друзья, оказывается, где мой мотоцикл. Вот он. И я могу его построить. Ага. А ну-ка, давайте-ка, друзья, я надену. Ага, вот, все же не могу я его построить, пока, вот видите, пока не создам доски. Итак, мне нужен, друзья, все же пол деревянный. Итак, давайте-ка я заменю пока доски на мясо. Вот, пусть мясо полежит. Хотя, зачем мне мясо? Давайте-ка я что-то вот ненужные сброшу. Вот батарейки.
Вот мясо пусть будет. Вот, здорово. Итак, давайте-ка побежим. Я попробую сейчас все же создать вот этот мотоцикл. Очень интересно. Я уже про это давно хотел сделать. Ну вот, удалось. Хотя, друзья, прошу, пишите, пожалуйста, в отзывах, в комментариях, как лучше хотите вы видеть, чтобы я строил что-то интересное или чтобы все же воевал больше с зомбиками. Вот так. Ой-ой-ой, друзья, и на нашего героя напали. Итак, где же мой пистолет? Ой-ой-ой, друзья, и вот, да, удалось запинать. Итак, друзья, у меня было два пистолета и два подуставших. И вот второй мой пистолет, на несколько выстрелов его хватило. И вот он уже пропал. Кроме того, вредный зомби повредил, и уже штаны у моего героя тоже пропали. Вот в прошлом видео у меня было два пистолета, и обои у меня подустали. Как-то и пропали. Ну что ж, давайте-ка я увеличу домик нашего героя. Пусть это вот так все будет. Хорошо, в другую сторону. Вот, сейчас увеличим дом. И я попробую, друзья, обнести его стенами. Вот так, здорово, хорошо. Вот, отлично. И еще вот так, здорово. Ну, а теперь давайте-ка, друзья, я попробую как-то стены вот поставить. Вот, отлично, отлично. Здорово, 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 здорово. Неплохо. Хорошо, хорошо. И, друзья, не хватает материала. Нужно будет найти доски. Кроме того, еще, друзья, сделать двери. Но сейчас давайте-ка я попробую все же установить нашего мотоцикла. Построить. И так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И почему-то не хватает, друзья, места. Почему-то не хватает места. Почему не хватает места, не понимаю. Наверное, что-то мешает. То ли станок мешает. Ну, как бы, по-моему, друзья, вот все входит, либо материалов не хватает. Почему я не могу его создать, не понимаю. Казалось бы, все. А ну-ка, друзья, давайте-ка я этот станок попробую подвигать. А ну-ка, вот так попробую вот здесь поставить станок. Вот сундук попробую, друзья, вот сюда переместить. Вот, здорово. Ну, а сейчас давайте-ка еще попробуем мотоцикл. Ну, что такое? Итак, друзья, не пойму, в чем дело, почему я не могу установить разместитель на полу из досок. Так мы же и поставили вот на полу из досок. Почему не срабатывает? Вот не понимаю. Не понимаю, в чем дело, друзья, почему вот не срабатывает. Это у нас пол, ну, по-моему, лучшего нету. Ну, как-то вот так, друзья. Вот почему не срабатывает, не понимаю. Ну, как-то вот так. Ну что же, пока я давайте-ка на этом закончу. Буду ждать от наших подписчиков отзывов и комментариев, как мне дальше вот сделать, чтобы построить мой мотоцикл. А ну-ка, хотел бы я убрать этого трупа. Как я могу убрать? Не хотел бы оставлять его в доме и не могу ничего сделать. Итак, кроме того, мой герой еще захотел вот водички. Давайте-ка мы его попоим. Покормим. Итак, мне нужны, друзья, штаны, и мне нужно хорошее оружие. Поэтому давайте-ка мы отправимся с нашим героем, повоюем немножко с зомбиками. И, конечно же, давайте-ка я все, что не нужно, и сброшу. Вот, кроме того, друзья, нужна еще древесина. Нужна еще древесина, и вот нужно место. Итак, давайте-ка пустую банку удалю. Удалить. Вот, здорово, отлично. Итак, слишком много. Вот можем, кроме того, морковкой подкрепиться. Вот вода у меня есть. Итак, давайте-ка я пустую бутылку тоже удалю. Вот остальное пока мы оставим. Итак, нужно еще место. Вот, куда бы это все сбросить. Итак, давайте-ка, возможно, и жаль вот тратить все. Давайте-ка я побегу к машине, если там еще есть какая-то пустая ячейка, сброшу. Ну и побежим с вами. Вот нужно нашему герою будет создать что-то интересное. Вот, давайте-ка посмотрим, что здесь с местом. А здесь тоже, друзья, все, всего полно. То есть жаль что-то тратить. Кстати, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, что нужно собирать, что не нужно. И почему, конечно же, я не смог построить мотоцикл. Ну вот, друзья, честно говоря, не знаю, что здесь нужно, что не нужно. Пусть пока остается, а я с вами давайте-ка побежим вот на какой-то военный объект.
И я постараюсь вот там добыть какие-то ингредиенты. Особенно нужна форма и нужны оружие. Хотя бы 1-2 пистолета. Итак, вот зомбики идут. Не скоро, правда, они попадут. Через 23 часа 44 минуты. Я уже несколько объектов обходил. Вот этот бункер я ходил. Вот, кстати, интересно, друзья, я еще не ходил на других игроков, на их другие локации. Вот что там и как, без понятия. Ну, а мы сейчас давайте-ка, друзья, вот поищем что-то интересное. Вот думаю, куда бы нам пойти в такое место, где бы я еще не был. Ага, друзья, и вот не был я на этом бункере. Бункер Браво. Вот, правда, до него вот 48 единиц энергии, очень далеко идти, это, конечно же, плохо, больше не смогу я никуда идти. Ну, возможно, друзья, давайте-ка мы с вами отправимся вот к этому игроку. Вот, что там интересно, не знаю, друзья, вот, и добыча непонятна. Кстати, а что здесь пишется за добычу? Вот тоже, дерево, камень, металл, угроза тоже непонятна. Так, друзья, пишите, пожалуйста, в отзывах, в комментариях, куда лучше идти. Идти ли на, вот, на других игроков, или очистить бункеры, или вот, смотрите, смотровая вышка, что-то тоже как бы интересное. Вот еще не изученная территория, вот еще какая-то смотровая вышка. Ну, я пока, честно говоря, друзья, хотел бы вот что-то из оружия для нашего героя, поэтому давайте-ка все же побегу уровень Браво. Вот, надеюсь, что мы там найдем форму и найдем какое-то вооружение. Вот, кстати, друзья, в прошлой части я нашел код от бункера. Вот, и было бы интересно его попробовать от бункера А. Ну, пока мы давайте-ка, если это будет интересно, я в следующем видео. А пока давайте-ка попробуем вот посмотреть, что в этом забавном бункере будет. Итак, бункер Браво, первый раз в этой локации. Вот бункер А я уже ходил в прошлых миссиях. Итак, давайте-ка посмотрим. Нужно быть очень аккуратными, друзья, потому что вот очень мало у нашего героя вот жизни. Итак, попробую. Ага, друзья, есть у меня карточки, но вот запрещен. Я надеялся, что эта карточка R пройдет. Не прошла. Не прошла карточка. Нужна карточка с буквой Б. Это очень печально. Даром я только потратил энергию и не смог вот добраться до этого бункера. Итак, давайте-ка я по кругу хотя бы пробегу. Посмотрим. Возможно, там здесь будет какой-то человек, либо какая-то форма. Ну, пока по карте ничего не видно. Довольно-таки обширное пространство. Вот лес, 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 лес. И ничего интересного, друзья, здесь не оказалось. И это очень печально. Только даром я пробежал. Ну ничего, значит, просто будем разведывать территорию, будем искать карточку с буквой Б. Итак, разведываю, разведываю, разведываю территорию. Вот разведал и ничего не нашел. Ну как-то вот так, друзья, печально получилось. Я, честно говоря, рассчитывал на другой результат. Рассчитывал, что одна из двух карточек подойдет. Не подошли. Ну что же, давайте-ка я еще попробую и посмотреть, в чем дело. Ага, события. Поблизости сброшен гуманитарный груз. Там должно быть что-то интересное. Итак, показать. Да, вот, друзья, давайте-ка пойдем к этому гуманитарному грузу. 53 энергии. Вот, и это стоит, друзья, либо реклама, либо вот 25 монеток. Ну что же, нужно будет, друзья, вот посмотреть ли рекламу.
Ну что же, вперед, давайте-ка, друзья, посмотрим, что здесь в гуманитарном грузе. В прошлой части, которая, к сожалению, не сохранилась, мне попался там такой здоровый зомби-толстяк, что я еле вот его с ним справился. Вот практически вся энергия пистолета ушла. И поэтому, друзья, было у меня два пистолета и два вот практически вышло из строя. Сегодня вы видели, буквально несколько выстрелов хватило на зомбика, и мой пистолет как бы ушел. Итак, огнестрельное оружие сильно шумит и может привлечь нежелательное внимание. А что же делать? Ага, вот, кстати, оказывается, какая фишка прикольная. Ну, пока мы идем с тесаком, друзья. Ого-го, ой-ой-ой, друзья, и вот какой-то зомби, и я попробую с тесаком с ним справиться. И да, вот такое вот неожиданное нападение. Вот, давайте-ка я посмотрю, какое сразу же здоровье у меня уже героя. Ну, в принципе, не плохо, я рассчитывал, что будет хуже. Довольно-таки здорово мы справились с тесаком. Вот, с зомбиками. Итак, где же наш гуманитарный груз? И сразу же вот такая вот нападение. Ну что же, ага, ну олень я пока не буду, друзья, брать. Ага, вот очередной зомби. Давайте-ка тесаком с ним посражаемся вот так. Да, ну вот, отлично, неплохо. Здорово. Итак, где же наш гуманитарный груз? Что-то я прохожусь. Ну, давайте-ка я пока по одному буду с зомбиками воевать. Что у нас здоровьем? 67 на 77, ну пока неплохо. Вот, нужно будет, конечно же, использовать аптечку. Ого-го, какой шустренький. Так, нужно будет использовать аптечку. И нужно будет, чтобы нас герой подкрепился. Давайте-ка я, наверное, друзья, сразу этим и займусь. Итак, выпьем водички и покушаем консервы. И еще вот применим бинт. Вот, сразу же. Ох-ох-ох, какой вредина. Вот пока мы подлечивались. И да, друзья, мой герой переходит на новый уровень. Но я не пойму, друзья, где же наш гуманитарный груз, который нам сбросили. Что-то уже половину локации мы обходили, а вот гуманитарного груза что-то не видно. Вот очередной зомби. Давайте-ка я попробую с ним справиться при помощи вот этого секача. Вот, здорово. Отлично. Разделали зомбика. Отлично. И с вот этим повоюем. Ну что же, неплохо, друзья. Ага, вот он, гуманитарный груз. Вот, честно говоря, рассчитывал, что более интересно будет. Ну, посмотрим, что здесь окажется в середине. Итак, нам нужен очень пистолет и форма. Вот, приходится бегать без штанов. Вот, подустала наша форма. И не то, друзья, что я рассчитывал. Я, конечно же, рассчитывал, что, друзья, у меня будет... ага, 10 даже досок нашли. Ну что же, это здорово. Вот, нашел какую-то жидкость. Нашел карточки. Вот, давайте-ка я пока пустую тушу банку сброшу, пустую бутылку сброшу. А вот чтобы нам взять, возьму-ка я вот эту жидкость. Ой-ой-ой, по-моему, кто-то бьет нашего героя. Ой-ой-ой, и он уже вообще голый, друзья. Вообще голый. Уже вот подустала вся одежда. Вот как-то вот так получилось, друзья. Итак, чтобы взять. Ну, давайте-ка я возьму вот этот поршень. Кстати, это вот деталька, либо это оружие. Честно говоря, не знаю. Было бы интересно посмотреть. Вот могу... Это оружие? Да, это, оказывается, оружие, это булава. И она более эффективна, чем вот мой... секач называется? Точно не скажу. Ну, пусть будет у нас... Ага, вот, ой-ой-ой, друзья, смотрите, какой вредина. Итак, давай-ка мочи его. Ну вот, удалось справиться с вот этим зомби. Честно говоря, я рассчитывал, друзья, немножко на другое. Но как-то вот так. Ну что же, друзья, вот не очень удачно сегодня у меня получилось. Вот растерял я всю одежду. В прошлых видео я собирал всевозможную форму. Вот всевозможные одежды, а сегодня все растерял. Итак, ого-го-го-го, что это за игрок попался нам? Ой-ой-ой, и друзья, и чуть мой герой не погиб. Вот, интересно, это другой игрок или это вот... Давайте-ка я пока покормлю нашего героя. Вот так, чуть-чуть не убили. То ли это другой игрок... То ли это вот вражеский бот. Но мне кажется, что очень похоже было на другого игрока. Итак, вот интересно, что здесь. И здесь вот тряпка и веревка. Вот в останках зомбика. По-моему, друзья, более ничего интересного здесь я не могу найти.
Ну что же, как-то вот так, друзья. Итак, давайте-ка мы посмотрим, куда мы еще можем переместиться. Вот, было бы здорово еще к какому-то бункеру, но вы видите, не всегда к бункерам я могу попасть. Итак, давайте-ка мы загрузимся и посмотрим, что же еще интересного произойдет. Итак, где же мы? Где же наш герой? Где же наш герой? Итак, давайте-ка, друзья, я еще посмотрю, что же произойдет, когда вот мы нападем на кого-то из из героев. Ну что же, друзья, давайте-ка я возьму и посмотрю, что же делается вот на локации другого игрока. Это очень забавно, еще не ходил к другим игрокам. Вот, посмотрим. Итак, это база Лучио. Ого, ничего себе, как прикольно, смотрите. Ого, Коля, ничего себе, смотрите, как вот этот герой уже расстроил себе хижину. Как забавно. А интересно, смогу ли я в середину зайти? Давайте-ка я посмотрю. Ага, оказывается, друзья, и здесь есть мясо в костре. А ну-ка вот сворую я мясо. Оказывается, можно вот зайти в середину, но чтобы зайти, нужен топор, чтобы прорубить. А вот этим секачом нельзя ли его заменить вместо топора? А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим. Вот оказывается, к другим игрокам мы можем ходить в гости. Нет, чтобы прорубить двери, оказывается, нужен... Ага, и кроме того... Можно защищать свой дом кольями. Вот как здорово. Вот этот игрок сделал. Ну что же, это забавно. Это забавно. Вот видите, не могу я зайти, только мой герой натыкается на колья. Ну что же, это было прикольно. Вот интересно, где взять другой топор. Ого, а это его ферма. Вот смотрите, как здорово. Ничего себе. И ферма... То есть, сколько он уже зданий интересных расстроил. Вот этот игрок. Ну что же. Ага, вот кроме того, еще и вот эти колья есть. Ну что, тоже здорово. И опять же, друзья, не смогу я попасть без того, чтобы не прорубить двери. А топора у меня нету, к сожалению. Ну, как-то вот так. Вот здорово. Оказывается, друзья, что мы можем подходить в гости другим игрокам и... Скорее всего, я так понял, если бы я прорубил двери, я мог бы воровать у него какие-то ресурсы. Ну, пока как-то вот так. Ну что же, здорово, здорово, интересно, прикольно. Друзья, вот есть для чего развиваться. Мы можем развивать и свою хижину. И ага, а вот, кстати, машина другого игрока. Давайте-ка посмотрим, что у него спят на вот этой машине. А здесь почему-то пусто. Неужели у каждого игрока своя машина? И, то есть, интересно, если бы там что-то было, мог бы я это ограбить или не смог? Ну, как-то вот так, друзья. Вот, пока уже нет выхода. Пока мне нужно идти вот добывать какие-то ресурсы. Я этим займусь. Ну что же, вперед, вперед. Итак, давайте-ка посмотрим на глобальную карту. Вот, итак, здорово, здорово. Немножко вот я не то, друзья, сделал. Итак, давайте-ка я отправлюсь. Интересно, где же второй бункер, которому есть у меня карточка, без понятия. Вот, ну пока, наверное, друзья, я отправлюсь домой. Не знаю даже, где нам искать оружие. И нужно будет, конечно же, вот мне кажется, на этом бункере еще была какая-то одежда, я мог бы ее найти. Ну что же, давайте-ка я пробежусь их еще к этому бункеру. Возможно, удастся вот что-то интересного найти. Итак, вперед.
Ну что же, побежали пока к бункеру посмотрим. Я надеюсь, друзья, удастся найти нашему герою здесь какие-то забавные штаны. Вот, было там, конечно же, оружие. Вот, друзья, к сожалению, я не записал в прошлой части, которая не сохранилась. Я нашел какой-то вот код от бункера. Вот, там было 5 цифр, вот, и я его не записал, о чем очень сожалею. Вот, мне кажется, благодаря этому коду я мог бы зайти внутрь. Итак, вот ловушка и Коля помогут вот защититься от зомби. Ну что же, давайте-ка пробежимся по вот этому бункеру. Я надеюсь, друзья, что что-то интересненькое я здесь найду. Итак, это бункер А. Вот, благодаря этой карточке, которая у меня есть, я вот его открыл, зашел. Вот, и кроме того, вот видите, здесь есть панель управления, вот с кодом. Я вот в прошлой части находил код от бункера А, и, к сожалению, его не сохранил. Нужно было его записать, и можно было бы попробовать, а сейчас не могу. Итак, давайте-ка посмотрю, что здесь интересного есть. Возможно, какие-то штаны найдем для нашего героя. Вот, были здесь всякие запчасти. Но я, друзья, вот не хватало на все место. Ну, надеюсь, что сейчас что-то подберу для нашего героя. Так, вот, давайте-ка посмотрим, что здесь. Да, вот, нашел, друзья, куртку. Давайте-ка пока ключ я выложу. Вот, наденем хотя бы куртку. Уже будет неплохо. Вот так, замечательно. Вот, здорово, отлично. А здесь у нас что? Здесь вот какие-то резинки, ремкомплекты. Вот, здесь у нас подшипник, вот какой-то чип, лампочка и колесо. Это пока я, друзья, брать не буду. Вот, к сожалению, нет пистолета. Нету пистолета, очень нужен, друзья, пистолет. Есть вот такая фомка. Вот, смысла ее пока тоже, друзья, не вижу брать. Хотя, давайте-ка возьмем. Давайте-ка возьмем, пусть будет. Вот, подустанет моя булава, тогда мы что-то другое возьмем. Итак, не могу я попасть, друзья, внутрь, к сожалению, не знаю кода. Вот, кстати, кто знает код, чтобы попасть, ну, пожалуйста, напишите в отзывах, в комментариях, и мы с вами попробуем войти. Больше на этой вот локации ничего нету. Вот, к сожалению, было у меня 2 пистолета, и я их всех разошлись у меня. Хотя прикольно, вот, при помощи пистолета отстреливать зомби. Вот, нужно будет, конечно же, улучшать нашего героя, улучшать нашу хижину и вот пробовать справиться. Ну, как-то вот так, друзья. На этом я пока уже буду прощаться. Всем пока-пока. А вы пишите рекомендации по этой игре. Хотите ли вы снимать продолжение, либо не хотите. Если захотите, конечно же, будет достаточно лайков, комментариев. Я буду снимать продолжение. В принципе, игра, она мне понравилась, друзья. Но из-за того, что пришлось снимать другой программой, вот SKR у меня почему-то конфликтирует с этой игрой, вот приходится вот такие вот нести нюансы. Да и просмотра было мало, поэтому я перестал снимать эту игру. Но начисленные, конечно, ваши просьбы я продолжу. Итак, на этом, друзья, я пока прощаюсь. Итак, отправляюсь пока домой. Пусть он идет пешком, а в следующей миссии я, друзья, конечно же, попытаюсь более расстроить наш домик. Вот. Ага, ничего себе, друзья, из события. Поблизости разбился самолет, вряд ли кому-то удалось спастись, но можешь найти что-то полезное. Итак, давайте-ка посмотрим. И да, друзья, давайте-ка мы побежим самолету. Я уверен, возле самолета там по-любому мы найдем оружие. Итак, давайте-ка я побегу к самолету, потому что там... Thank you.
Так, не хватает, друзья, энергии, чтобы вот попасть к самолетику. Поэтому пока, друзья, я на этом возвращаюсь домой. Вот, пока возвращаемся домой, друзья. На этом я пока с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Конечно же, друзья, пишите рекомендации по этой игре, как ее лучше играть. А я пока на этом прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч.